2 апреля, в день единения Белоруссии и России, городская общественная организация «Беларусь» провела теплый дружеский вечер для своих земляков. В зале молодежного центра «Факел» свои двери гостеприимно распахнула музыкальная гостиная. Здесь собрались не только белорусы, но и представители других национальностей, которые проживают в нашем городе. Как отметил глава города Валерий Лебедевич, дружба между Россией и Белоруссией крепнет с каждым годом. Белорусы, они всегда с открытой душой, с открытым сердцем готовы дружить, сотрудничать, развиваться, делиться своим опытом. И я думаю, что многое в этом получается. В праздничном концерте прозвучали песни и стихи на белорусском языке. Перед зрителями выступили заслуженный ансамбль народного танца «Северное сияние» и образцовый хореографический ансамбль «Юность», который вскоре отправится на конкурс в Белоруссию. О тех проектах, которые представит губкинцам в этом году Беларусь, рассказала председатель организации Оксана Оборовская. В марте месяце подготовлена документация, отправлен наш проект на соискание гранта. На окружной конкурс. Проект подготовлен совместно с преподавателями филиала Муравленковского многопрофильного колледжа и называется «Говорит толерантное радио». Этот проект посвящен пропаганде межнациональных взаимоотношений и дружбы среди молодежи.